Учебно-тренировочный центр «Новогорск» – ведущая база подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям. Одновременно здесь могут заниматься до 500 спортсменов по разным дисциплинам. В этом году в центре традиционно организовали участок избирательной комиссии. Его посетил глава округа Дмитрий Волошин. Все нормально? Замечательно. Как настроение? Изумительно. Что жители говорят наши? Все хорошо. Прекрасно. Жители идут, голосуют. Глава отметил высокую явку в Химках и напомнил, что для голосования на выборах губернатора в городе открыты 118 избирательных комиссий. Здесь, в Новогорске, голос за своего кандидата отдал почетный житель Химок и Московской области, директор учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Домарацкий. Мы знаем, что столько готовится к вводу в строй. Уже много чего сделано, особенно что касается дорожной сети, поликлиник, школ. Это очень здорово, то, что происходит. А меня радует особенно, что растет количество спортивных сооружений в городе. На избирательном участке в Новогорске проголосовал генеральный директор РБК, химчанин Николай Малибох. Когда был молодым, никогда на выборы не ходил. Но, честно говоря, уже когда 48 лет, ты понимаешь, что слово «ответственность» его не зря придумали. И это, мне кажется, ну, как сказать, простите за пафос, ответственность каждого гражданина принимать участие в выборах, то есть определять завтрашний день. Дмитрий Волошин отметил, выборы в Химках проходят в штатном режиме. На каждом участке работают волонтеры, которые помогают жителям, и наблюдатели, которые контролируют правила и порядок проведения голосования. Десятки тысяч химчан уже сделали свой выбор. Голосование за губернатора Московской области пройдет до 10 сентября. Участки работают с 8 часов утра до 20 часов вечера. Андрей Липанов, Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.